И всем привет, дорогие друзья! С вами канал Black Horror и Железное Сердце. Hello, people! И мы сегодня играем в Star Wars Battlefront, но на сей раз в режим Герои против злодеев. Это очень крутой режим. Так-то. Ты не знаком, да, с ним? Ну, я почему не знаком? Знаком, но я играл не на запись, просто так бегал. Можно вот становиться героем, можно становиться солдатиком, тебя ставят там случайным образом, это все дело. Если ты хочешь попробовать всех героев. Да, если герой погибает, то он погибает и до конца раунда лежит, смотрит на других игроков. А если солдатиком, ты резаешься. Не-не-не, если ты за героя погибаешь, ты тут же резаешься за солдата. А, ну, и помогаешь, тут, короче, сам факт, чтобы герои стали живы. Солдаты, они будут бесконечно тут резаться. Наверное, можно сранец себе поставить. Как? Сранец? Ну да. А сам прикольный очень факт этого режима, то, что если хочешь поиграть очень сильно за героя, то это можно выполнить именно здесь. Ну, так, я начинаю играть за имперского штурмовика. А ты? А я пока карту. В смысле за карту? А ты что, ты против меня, что ли? Подожди. Ты где? Нет, мы с тобой вместе. Так ты возродись, мы уже играем. Так, я... Господи, что происходит? Вы что, дураки, что ли? Не, почему? Мы не должны быть врагами. Не, мы не враги. Тут, короче, почему-то свои же злодеи в меня зачем-то стреляли. Ну да ладно. Я вижу тебя. Я вижу тебя. Вот ты впереди. Так, подожди. Так там, смотри, там героем можно, что ли, стать? Ты тоже не герой, что ли? Смотри, вот, можно героем стать. Смотри, вот я подобрал. А, нет. Это для героев. Он лечилку поставил. Это для героев, да. Это лечилка для героев. Ну, нубяра какой-то. Короче, мы с тобой, как видишь, обычные повстанцы. А потом... Героический режим включили. Не, ну со следующим раундом мы будем играть уже за героев. Тут очень добротно сделано. Я, кстати, новую пушку взял, которую в прошлом раунде, где мы играли с тобой, на атаку шагоходов. Ты нифига себе какой. Защищайте тех, кто еще жив. Тебя убили? Не-не-не-не-не-не-не-не. У меня какой-то пулемет. Ты его убил? Да. Ты с какой-то пушкой ходишь, прям как пулемет. Да, я большую тяжелую пушку. Я понял, слышишь, так ты играешь за тяжелого солдата, ты возродился возле этого. Одного героя, и там, короче, есть фишка в том, что если обычный солдат возле него появляется, он тяжелым становится. То есть ты тяжелый солдат, это очень круто. Серьезно. Ну я себя не как бы от так, тебя. Давай, короче, наша цель, давай искать этих злодеев, то есть героев. Героев, короче, противников. А наших героев нужно защищать, а то мы проиграем. Так, давай ходить вот за этим героем, мы будем его защищать. Ты рядом со мной? Ну, я прямо за тобой. А, ты ранец себе не купил? То есть не взял? Купил. Так вот, полетели. Все, теперь заряжаю. Так, я за ним бегаю. Его нужно защищать. Он у нас последним остался, как видишь. Если его сейчас убьют, мы усрём. Смотри, смотри, убивай, вон, Хан Соло. Да где он, блин? Вот, все, мы его убили. Отлично. Вот, давай, принцесса Лея, убивай принцессу Лея. Убивай. Господи, дай твою дивизию. Так, блин, ну дофига он в бой, блин. Да вообще дурак какой-то. Сейчас мы с тобой будем играть за героев. Да, или не будем. Не-не, мы точно будем. Вот, я буду за Боба Фетта, а ты за кого? Я Рейдер. Кем? Дарт Вейдер я. А, Дарт Вейдер? Давай посмотрим друг на друга. Давай. Я полетел. Ты прям знаешь, такой очень злобный Дарт Вейдер с таким очень злобным смехом. Я тоже умею летать. Типа это... Вы недооцениваете мою мощь. Так, давай, мы, короче, должны не погибнуть. Это наша задача. Вот, смотри. Убивай вот этого своего противника, потому что он меня очень легко убьет. Давай, сражайся с ним, я тебе помогаю. Куда пошел? Стоять, я сказал. Давай огнемет. Блин, бежал. Говню. Так, слышишь, мы с тобой вдвоем остались. Не беги на них, мы погибнуть не должны. А нас окружили. Бляха-муха, меня окружили. Ты можешь погибнуть. Не надо лезть. Да я убегаю, не могу убежать. Убегай. Все, я не убежал. Убегай. Ты мертв? Да, я прям на них. Ты теперь за солдата должен появиться, и вы меня должны защищать. Я буду со своей тяжелой. Нет, ты был не прав. Я просто взял себе новый бластер. В смысле просто новый бластер? Ну я себе оружие поменял. Я тут говняно убрал, теперь взял тяжелый бластер. А, да? За мной консола твою дивизию бегает. Я не вижу, где я его убил! Красавчик.
тихо. Тут еще двоих героев нужно бить. Вы где там шастаете? Вы меня будете защищать или нет? Да. Ну что, я не вижу, что вы меня защищаете. Так, ну я бегу. Я стараюсь. А ты скажи, где вы бегаете, чтобы я к вам побежал? И у меня 35 хп. Твою дивизию. Блин, ну... Дай, бляха! Я сам на своей бомбе взорвался. Верх, да? Ты, ну ты даешь. Ой, я профессионально это делаю. Я вижу тебя, я вижу тебя, я вижу тебя. Давай. Во, Ханцу, смотри, последнего героя. Убейте последнего героя, я буду живой. И, то есть мы победим тогда. Они меня убивают. Один с хп. Ты куда лезешь? Иди отсюда. Убивайте ее как только можете. Да ее, блин, они тут в толпе с тобой бегают, а? Бляха, муха, она идет ко мне. Давай. Улетай куда-нибудь. Тихо, тихо. Так, вы где? К тени, к тени. Улетай куда-нибудь, на дерево сядь там. Подожди. Свесив ножкой вниз. Нормально. Я лечу! Меня стреляли? Меня пытались стрелять. Я живой. Убивайте. Тихо. Так, это у нас умная ракета. О, я на скалу... А, нет, не смог залететь. Уйди, умная ракета тут пошла, блин. Я в какое-то место залетел, отсюда меня не достанут. Наверное. Ну, я читер. Раунд в ничью. Мы победили. Время закончилось. Раунд в ничью. Я не обратил внимания вообще. Зато мы не проиграли. Это самое главное. Да. Я смог нас спасти. Ты бы видел, где я там застрял. Я, короче, прикинь, подо мной пробегают, короче, эти солдаты вражеские. А я, короче, стою там на башне, куда, по идее, невозможно залезть. И они такие думают, где он, ё-моё, где он? А этот раунд вообще никого не убил. Пробегал и все. Зато все нормально. Герои с Дарт Вейдером, помнишь? Давай, короче, побежали. Защищать наших героев и убивать чужих героев. Так, я уже бегу, наступаю. Я не вижу никого. А, бляха, муха, не очень далеко. О, что-то я нашел. Кстати, с пушкой, с которой ты бегаешь, это, походу, это, пушка... Тяжелый бластер. Нет, я к тому, что ты ее открыл, я ее не могу, наверное, открыть, ты же уровень. Ух ты, ё-моё, пулемёт. Да я поставил. Сейчас чуть-чуть поставлю. Летишь за мной. Вперед убивать героев. Вот здесь кто-то есть. Так, я могу. Герой! Мочи ее! А что, блин, скотина, я не успел ничего. Бляха, муха, меня убили. Вот нафига наш герой на них лезет? Вот зачем он? Он же погибнуть может. Так, давай на них. Мы должны защищать своих героев. Вперед, да с песней, как говорится, да? Вот сюда, по-моему. Вот сюда. Да. Где мы погибли? Они там сейчас находятся. О, наш герой еще живой. Так, это ты. Граната! Меня убили. Тихо, подожди-ка. Да я хочу... Вот, я буду тяжелым штурмовиком. Отлично, убил Хан Соло. Я убил Хан Соло. Ты прикинь, я убил Хан Соло. Какой-то чувак. Появись возле меня. Ты увидишь, как я выгляжу очень круто. Посмотри. Я возродился возле нашего героя. Ты видишь, как я выгляжу? Ага. Вообще крутяк. Я тяжелый этот. Ну, тяжелый, короче. У меня тут какие-то пушки есть, смотри. Какой-то ракета какая-то. Вот это вообще смачно. Вот она, бластер, пушка. Ух ты, кого я убил. Я кого-то убил. Смачно. Очень смачно. Мы должны победить. Короче, у нас остался Люк. Люка нужно убить. Мы потеряли одного. Это недопустимо. Твою мать, один на один остались. Ищем Люка. Люка ищем. Мы должны убить Люка, хорошо? Он где-то спрятался. Он где-то там, видишь, дальше показывает красная точка по карте. Пойдем, где-то там должен быть. Так, если не ошибаюсь. Ракета. Хорошо. Вижу. Кто меня убил? Я вообще не понял, кто меня убил. Он меня убил. Твою дивизию, у него 63 хп. Так, давай, вон бегом он туда. Бегает, я увидел его. Я за тобой. Давай, там, короче, самое главное, чтобы он Боба Феда не убил. Это знаешь, как будет херово, мы же встрём. Кто хочет срать? Никто не хочет срать. Да, я его убил. Или ты застрелил? Круто, я тоже просто в него стрелял, мне показалось, я его убил. Вот это мы смачно, конечно, сражаемся. Давай, следующего героя. Смотри, я на первом месте, и ты на втором. 5-7. Круто. О, я буду за Палпатина играть, а ты за Боба Феда, да? Да ну, за Боба Феда ты играешь?
Дарт Вейдер я. А, ты опять Дарт Вейдер? Так. R2 это бить, L1 это... Ты посмотри на меня. Это как, знаешь... Смотри, я на японца похож, знаешь? Посмотри, как я подпрыгиваю. Знаешь, такой каратист. А я что, плохо прыгаю? Не, ну тоже смачно. Видал, как я полетел? Да ты вообще... Старикашка такая вялая. Да вообще, еще тот вялый старикан. Так, я рашить не буду, рашить это... Давай не будем рашить. Одной бомбой убьет нас. Да, это будет вообще печально. Я, если что, себя могу лечить. Тебя вроде нет, а себя да. Блин, ты зарашил, что ли? Ладно, иду помогать. Не-не-не, кому? Я ухожу, блин. Я не могу уйти. Эй, ухожу. Да, блин. Тебя убили, что ли? Я героем этим Дарт Вейдером не могу играть. Он будет, блин, херово вообще. Ну, он так-то сложновато. За него действительно нужно уметь играть. Тут очень легко играть за Боба Феда. Он... Ну да, улетел и все. Лечилка. Я лечилку себе поставил, слышь, что? Возьму себе ее. Ну-ка. Они там сражаются? Хорошо получается? О, ты рядом со мной? Ты, кстати, ты если погибнешь, возродись возле меня. Возродись возле меня. Там, короче, когда у тебя будет выбор, так, ты не, выбери. Не-не-не-не, там, короче, рядом внизу будет выбор, чтобы тяжелого бойца взять. Возьми тяжелого. Ну я им. Во-во-во-во-во-во. Ты представляешь, какой ты мощный? Да я не знаю, только что. Нет, ты реально, ты намного мощнее, я за него играл, и я с помощью него убил этого. Хана Соло. Так что, тип мощный. Мощневый. Вообще мощневый. Лечится. Стоят. У силы нет предела. Ой! Блин. Полетели! Куда? Умри! Умри, я сказал! Дай, бляха-муха! Да что, ты живой, что ли, до сих пор? Бляха-муха, да не может такого быть. Эй! Спасай меня! Спасай меня! Мне кто-нибудь спасает? Так, мы... Help. Так, это наш. Блин. Блин. Твою дивизию. Да как он, блин, живет до сих пор? Меня, я меня. Усадил, уже не знаю, сколько патронов этого Хан Соло. Во. Наконец-таки. Попал я в него. Аптечка, используй ее. Фу, аптечка для героя. Так. Убегай. Я валю отсюда. Хан Соло убили. Черт. Мы убили Хан Соло, ты слышишь? Это очень круто. Тут, кстати, я могу аптечку, оказывается, наверное, для всех юзать. Я думал, только для себя. Так, да, я еще заюзаю аптечку. О, ты рядом со мной ходишь? Защищай, не уходи от меня. Это поможет добиться победы. А я аптечку тут буду юзать и себе хп восстанавливать. Давай, тебе это не повредит. Ну да. Пока они там пытаются убить. Ой, я ж последний остался, я ж последний остался. Все злодеи по... Блин! Ты, время закончилось, а счет был 2-1. А, ну да, то есть надо было идти воевать. Да, нужно было... Че у нас такие лохи играют, серьезно? Посмотри. Я вот опять, когда мне дают героя, я им пробегиваю весь бой, никого не убью. Просто так. Любой ценой защитите императора, владыку Вейдера и Бобу Феда. Тебе если дать этого Боба Феда, ты за него должен хорошо играть, потому что это как обычный штурмовик, только с крутыми прибамбасами. Так, не рашьте. Вот как им сказать, чтобы они не рашили? Вот что за тупари да, какие-то? Пушка противопехотная. Ух ты, ё-мо. Ой! Ты как где? Меня убили? Да меня убили. Хан Соло убил. Так, я хочу играть вот за этого штурмовика. А я хочу поставить где-нибудь противопехотную пушку. Сюда давай. Вот так вот. Иди сюда. Иди сюда. Ой, блин, хамха, меня убили. Черт. Да что такое, а? Короче, я бы... Возрождайся лучше тяжелым. За тяжелого намного проще играть. Нет, он сейчас недоступен. Недоступен? А почему? Ага. А я могу за него возрождаться? То есть, когда мне... Ну, я, видно, еще никого не убил, поэтому мне его... Нет, мне тоже почему-то уже нельзя, странно. Ладно, я возьму пушку, короче. Получше, а то с каким-то с ранним господнем хожу тут. Так, давай их искать. Где вы тут? Да где-то попрятались. Я их вижу. Эй, куда они делись? Так, минус один. Ну хоть одного убил. О,
труба. Так, я, короче, очень, очень хорошо ранил Лею. Нужно ее добить. Пошли Лею убивать. Так. Так, ты, кстати, мы с тобой как-то очень далеко друг от друга ходим. Нужно как-то более... Да что ж ты не попал-то, а? Ближе держаться. Черт. Чего тебе? Да убивает меня, че. А я гранату очень хорошую взял. Сейчас убью вас. На! Что ты на какой-то фиговый? Такая кайфовая же такая фиговая. А, так я ее не кинул. Я, оказывается, обычную кинул. А я думаю, что за... Я думаю, что за херня. Так, ну смотри, мы проигрываем. Бляха-муха, мы проигрываем. У нас Дарт Вейдер один остался. Ой! Совсем печально, слушай. Так нужно убивать этих героев. Я беру за, бегу за одной героиней. Где-то херятся. Да, она в пещере. Блин, сейчас мы всрали. Сейчас, смотри, еще время закончится и все. Я еще и сдохнуть умудрился. Ну скажи мне, вот как так у нас играют? У нас не могут, почему они так хорошо убивают героев наших? Ну, такие у нас великие игроки. Ну, Дарт Вейдер, допустим, я вообще вот им не умею играть. Ну, это да. Я всрал им два раза, я даже никого не убил. Сейчас посмотрим, сейчас ты, короче, это будешь за героев будем играть. Посмотрим, за кого ты и за кого я. Бой, кстати, однако, так-то долго будет длиться, да? Вообще никого не убил. Если мы все... так... Ой, я опять Палпатином играем. А я опять Дарт Вейдер. Да ну нафиг, зачем? Мне и дали... Как защищать Дарт Вейдер? Где у него щит был, когда он отмахивался? А, это вот так вот. Нажимаешь на L2. Себе. Вот. Но он у тебя временный, понимаешь? Ну, да, ну хотя бы так, чем вообще не... Давай, короче, не рашить, а как-то пытаться... Я даже не знаю. И не находиться на большом расстоянии, то есть пошли в пещеру. Он меня уже запыхался, он как-то тяжело дышит у меня. Пошли в пещеру. Ну, тяжело дышит, потому что он сгорел нахер. По сюжету вообще. Все, мой герой уже запыхан. Давай, короче, держаться в пещерах, если они сюда будут рашить, мы такие будем здесь вдвоем. Электричеством. Так, давай, короче, где? Давай здесь тусуемся. Мы же сможем здесь? Да, всего вот лишь одну вот бомбочку кинуть, и сразу минус два будет, да? Подожди, я тут слышу. Хотя нет, пошли дальше. Я не знаю, где нам тут... Давай вот сюда. За мной. Они будут, короче, нас искать, пытаться рашить. Нам самое главное вдвоем выжить. Если мы убьем их двоих героев, ну, они убьют, то мы останемся в живых, мы выиграем. Так, вон он бегает, зелененький, вон он. Боба Фетт, кстати, с нами бегает, заметил. Вон он, да-да-да-да, я его вижу. Держи. Я хочу жизни восстановить. Не надо, не стой, уходи лучше. Жизни восстановил, отлично. Давай, сражайся с Люком. Давай, я буду тебе помогать. Вот он, бляха, я... Он здесь был. Давай сюда, за мной. Будем вот здесь держаться. Так, где эти сраные господни? Опа, я наверху? Вон. Наверху очень опасно, они же тебя видят и оттуда будут палить. Ой, это не свой, это свой. К тебе бежит, Люк, и я тебе помогаю. Сражайся с ним. Давай его электрошокером фигачу. Давай, фигач. Он меня пытается фигачить, а я его фигачу. Тормознутый у меня, не пойму, герой. Каков твой выбор? О, тут это пришла, соска. У тебя сколько хп? Иди подлечись. У меня уже нет хп. Я уже сдох. Блях. Самый говняный герой этот Дарт Вейдер какой-то, я не знаю. Ну, у тебя просто, видишь, не получается за него играть. Поэтому тебе... Не круто, что тебе только его почему-то дают, знаешь? Как самому отважному игроку, который точно загробит воду душу. Отлично, я уничтожил Лею. Я Лею уничтожил, и я, кстати, последний герой, который остался. Защищай меня, ходи возле меня. Хожу возле тебя. Только смотри, сейчас время закончится, а они вдвоем. И сейчас так пошли рашить, тогда на них. Я буду пытаться их убить. Давай, вперед. Ты сгоришь. Давай, мочи Люка, я его почти убил. Не-не-не, он уходит. Да, блядь, твою дивизию, а? Он прям стоит передо мной, у него лол хп, ну ты понимаешь? Короче, знаешь, мне кажется, мы просто проиграем здесь и все. Нам просто дали великих воинов в команду. Я опять Дарт Вейдер.
А не, я Палпатин, да ёлки. Стоп, ты за героя играешь? Сволочи, да, я Палпатин. О, круто, тебе героя дали. Жизнь у меня этот герой, знаешь. Давай, я буду возле тебя ходить. Не, знаешь, за Палпатина несложно играть. Запомни, на треугольник он, короче, выставляет такую штучку, это аптечка. А на R1 это он, ну, прыжок делает резкий. А на L1 это он, короче, сильный электрошокер делает. Если что. Так, я хожу, тебя буду защищать. Кто там уничтожен, Палпатин? Хотя, что защищать? Давай, короче, на них, блин, лезть. Они просто, мне, может, они выигрывают, потому что они на нас лезут. И это вся фича, в чем нужно мутить тут. Ё-моё, кто-то кричал. Да я. Ай, да блин. Короче, стой на месте, я сейчас хочу взять тяжелого бойца, как раз рядом с тобой появлюсь. Все, давай. Вон, давай, налею, давай, налею, на принцессу лею. Да бляха, муха. А давай, удивись. Вот эту аптечку ты должен подобрать. У тебя хп восстановится. Я бегу к тебе. Я попытаюсь к тебе прибежать и... Ты еще же... У тебя много хп или нет? Да. Алло? Вообще уже немного. Убили тебя. Ну, понятно. Я не могу героями. Это не моя стезя. Ну, хотя пробую. Тяжелый бластер. Дайте, я могу там побегать. Я не понимаю, где там... Так, я одного героя уничтожил. Я одного героя уничтожил, второго осталось уничтожить. Так, мы уже двух убили. Да. Не, почему? А, да, точно. Пошли его убьем. Пойдем, мы должны пойдем. Победить. Он где-то там шастает. Осталось его найти. Он где-то возле тобой шастает. Я его... Во! Все. Отлично. Это, знаешь, это вторая победа наша уже, наконец-таки. Да, мы начали тащить. Ну, вряд ли мы... Тут вроде бы один раз нам проиграть, и все, и мы... Три победы. Ой, я играю за Боба Феда, а ты? Я играю за какого-то хорошего. Ты за штурмовика? Я за штурмовика. А, ну давай. Я вижу вас. И-хи-ю. Я вижу, что они посередине рашат. О, смотри, где я стою. Ничего себе. Чё? Да тетка меня убила, эта шлюшка наша. Ой, наша, говорю, не наша. Корзинка на голове. Угол поставил. Так, за тобой бегут. К тебе бежит Люк. Огнемет наготове. Этот мой. Ну и что ты? Включи. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, я лечу. Я улетаю. Бляха, выключи это говно. Ты у меня первый в списке, сестры бойцы. Ты, блин, ты чё? Ты мой. Тварь какая. За тебя хорошо заплатят, Соло. Отлично. Не, отлично я держусь, кстати. Красавчик. Сюрприз. На тебе, на, получай. Убежал. У меня послание. Спортсмен. Отлично, его уничтожил. Замечательно. 3-2 уже остались. Что-то мне показывает, кстати, героя какого-то. Видишь, желтый светится. Это что это? Ты что-то подобрать я могу. А, ее кто-то... Его другой. Это, наверное, аптечка была, может, нет. Уже дохло почти. Черт, со спины скотина. Так, начинаем. Дайте мне пострелять, ну дайте пострелять, ну чё? Лечу, улетаю от них. Ай. Ай. Нормально. Потеряли бы тогда. Блин, знаешь, то, что я могу летать по карте, это такое читерство. То есть я вообще себя отлично чувствую. Черт. Да, блин, соска меня убивает, и всего. Хорошая редиска. Надо было что-то мою карту взять. Все, одна осталась. Одна? У нее лол хп. Я за ней бегу. Блин, она подлечилась, ты прикинь, у меня не 4 хп осталось. Да блин, она меня убила. Она подлечилась прямо передо мной. Вот не круто, а. Да. Живи, чувак. Так, если, короче... Молодцы. Отлично, мы догоняем. Мы, может быть, даже выиграем, да?
Давай не будем их оба говорить, пока не перепрыгнем. Ну смотри, в общем осталось так. Либо мы один раз всрём, и мы полностью проиграем, либо еще два раунда подряд, и мы выиграем. То есть у нас осталось два раунда. Играть и все. И игры конец, это точно. Так, ты Боба Фетт? Попробуй за него. Если что, он... Я не знаю, мне за него вообще нравится. Играйте, тащит. Как лично мне кажется. Сюда сядет. Будем сидеть. Так. Герои где-то здесь уже рашит. Я слышу их и вижу. По карте. Блин, вот наши опять герои берут и тащат. Ой, рашит зачем-то. Так, один есть. А, меня убили. С ближнего боя. О, одного уже убили. Отлично. Просто за реально замечательно. Остались еще. Отлично. У них одна осталась. Я ничего не понимаю, что происходит. Она рядом с вами. Она рядом с вами. Слышишь? Рядом с вами. Сзади вас. Уничтожь ее. Иду к вам. Иду к вам. Блин, у вас Дарт Вейдер погиб. Ладно, двое героя на одного остались, при том, что... Чем стрелять у нее? У него? С обычным, как у штормовика. Ты один остался, слышишь? Как ты держись, убегай куда-нибудь. Ты остался один, это твоё дебил. Я не пойму, чем стрелять с этого, блин, дебила-то, ёлки-палки, а? А, так почему же на R2? У тебя не получилось на R2 стрелять? Нет. Он странно. Почему-то у меня прыгал, при когда нажатие... А это L2, ты L2 нажимал. Нет. Да, L2. Он с одного у меня пускал огнемет, а с другого прыгал. У меня все прыгало. L1 это, короче, он огнемет. R1 это... Короче, ладно, пофиг. Это пипец какой-то. Мы проиграли. О, смотри, как много, кстати, опыта дали, да? Вообще много. Тебе много дали? 517. Вот на нем, наверное, звание. 12 тысяч. 1239 мне кредитов дали, прикинь. Ничего себе, мне что-то намного меньше дали. А ну что, давай еще один бой сейчас будет, мы теперь будем за хороших, да? Нет, это все, почему? Мы же играли. Или подожди. Не, мы только плохими пока что были. Мы 8 матчей сыграли за плохих. Ну да. Герои Лея, Леечка моя. О, подожди, а ты выглядишь по-другому, да? Да. Ну-ка я посмотрю на тебя. Ну да, ты так по-зимному... Выглядишь. Не, ну я-то как-то не очень, вот у них лучше получилось. Ну да, но видишь, у тебя вроде такой прикид и был, а или они тоже добавили. Ну они, я слышал, они на героев... Точки дали вроде как. Ты посмотри, как он Хан Соло круто выглядит, вот он реально круто выглядит. Мне нравится, как Люк Скайуокер. Ё-моё, Дарт Вейдер. Давай, прикрывай друг друга. Так, я стреляю в Дарт Вейдер. Держим фланги. Смотри, смотри, Дарт Вейдер, убьем! Отлично! Отлично, я надеюсь, мы не проиграем в этих битвах. Вот он. Лупи его пистолетиком, тетя. Давай. Чух-чух-чух. Я гранату ему кинул. Получай. Все-таки я, оказывается, за Альянс должен играть. Да. Так, лечилочка. Ой. Моя лечилочка. А где он? Где он? Он убежал куда-то. Он куда-то улетел. Да, у него при этом очень мало хп. Эх, сдох. Тихо, он где-то здесь, он в пещере где-то. Ищем его. Вижу, убил. О, все. На тебе, на. Отлично, остался Боб... Жайтани что-то стоит. Жайтани. Аптечку героя я сейчас схожу. Так, пошли Боба Феда убьем. Он где-то тоже тут. Он остался последним. Прикинь, как круто. Мы вообще круто тащим, да? По-моему, все-таки я же говорю, я оказывается игрок Альянса. Кто бы мог подумать, ну? Ну да, ты за Лею отлично сыграл. Так где же этот Боба Фетт? Моя стезя. Так, он где-то вот здесь, наверное. Он, короче, это, он куда? Нужно нет. В гору подниматься, он на горе. Да, он на горе, он пытается, короче, это, спрятаться зачем-то там. Я ему гранату туда кинул. Он хотел. Нет. Так. Он все равно долго не продержится. 50 секунд и мы выиграем. Кто-то, блин, на дерево куда-нибудь залез, на какую-то горку. Да ну вообще, он вот этим читер, особенно на этой карте твою. Ой, я к нему. Подожди.
Так, я, так, блин, аптечки почти. Не захотел. Я к нему забрался. Меня так просто не... Ну и чё? Я стреляю, стреляю, стреляю в него, он полетел от меня. Ставлю пулемет. Вот он. Отлично. Всё, победа. Вообще, легкая победа была. На сей раз, да? Да. Да, это мне больше нравится. Бегаешь, стреляешь. Блин, с этими мечами. Только не, люка не давайте мне. О, мне... Те, кого дали мне... А, не, подожди, тебе дадут обычно по станции, а я за консолу. Обычно, да. Я за консолу играю. Посмотри, как я круто выгляжу, видишь? Согласись, я круто выгляжу. Ага. В таком прикольной так. Шапочке, в костюме. Прям как в фильме, мне это вообще нравится. Нет. Ты недооцениваешь. Я бластер нашел. Так, давайте-ка взберемся. Так, ты там, короче, пошел рашить, да? Ну, вот я что-то зря, походу, начал это делать. Бляха-муха. Я уже играю за Лею. Ладно, я тут просто отбегал. Ой-о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 й-
Отлично, убили, убили одного у них героя. Ух ты, нифига себе, он меня со спины как зашел. Дарт Вейдер рубанул просто вообще. Так, почетная охрана. Вперед. Тихо. Давай, давай, ты будешь, короче, за почетную охрану играть, это будет очень круто. Все. Че, так у них, у них, у меня мало хп осталось единственное. У них остался только Дарт Вейдер, голенький. Блин, он меня забил мечом. Что-то у меня какие-то звуки так, знаешь, прерываются как-то иногда. О, все. Мы вообще, я не знаю, тащим как только. 3-0. Да. Это будет быстрая победа. Повстанцы, конечно, красавчики в этом плане. Ничего не скажешь. А тут я не знаю, как так получается. Так, я играю за солдата в следующем раунде. Ты? А я играю за Хан Соло. Они намереваются уничтожить. Пойдем с карамультуком сражаться. Не подпускайте к ним врагов. Блин, нафига он поставил защиту? Защиту? Ну да. Так, Лея щит поставил. Я думаю, что я играю за повстанца, я помню. Ой-ой-ой, это Дарт Вейдер! Прям передо мной появился, прикинь. Я ж, конечно же, погиб. Так, я вас вижу. Блин, 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 блинский. Да ё-моё, как меня убили жестоко. Почетная охрана, хочу по... Отлично. Да как блин, ты ну так... умер что ли? Да ты чё? Бля, ну блех, бляха-моха, у нас уже двое героев погибли. Лео, Лео лучше. Как так быстро просто вообще? Вдули. Вообще, я не понимаю даже как. Да дерьмо как. Кому-то, блин, профессионалу Дарт Вейдеру дали. Ну, наверное, кстати, да, наверное, так и получилось. Ладно, я за Хан Соло буду играть. Я Скайуокер, ну все, мандец. Короче, пишите письма, называйте. Да получится все. Давай только это. Вон, я вижу, уже Боба Фетт летит. Я в него стреляю. Издалека? Ты только не раш. Раз уж тебе не получается играть за джедаев. Не надо, не надо, не надо. Не надо туда, не заходи там. Там Дарт Вейдер. Он сверху, Дарт Вейдер сверху, если что. Баблик. Ё-моё, как так получилось? Ты, бляха-муха, они меня бьют! Вижу, 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 помогаю, помогаю, пытайся. Уходи, уходи отсюда! Уходи, уходи, я... Эх, чёрт. Меня сверху убил. Да хрен. Давай, 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 чувачок. Блеха-муха. Так, есть. Отлично, я еще одного героя убил. Сверху, блин, с горы. С горы, видишь, муди? Да-да-да-да, это этот. Фет? Да-да-да-да-да, блеха. Тварь, ну читерский герой, блин. Ну, отчасти. Как? Еее! Отлично! Это замечательно просто. Да. Последний раунд. Нам последний раунд нужно выиграть. Только героя не давайте мне. Не давайте героя. Сейчас сунут мне. Мне повстанцы. Конечно, блин. Скайуокер я.
Че, правда, что ли? Правда, блин, уроды. Защищайте нас! Хотя, правда, затрудняет. Как будто, знаешь, знает, что у тебя не получается за джедаев играть. Они такие, ой, это выебут этим скайвокеры. Так, я забрался на гору. Прыгалка еще доросла на твоей. Это ты там прыгаешь, бегаешь? Да, пытаюсь. Так, я иду тебе помогать. Давай, мочу. Блин, а их много тут. Блях! Они меня бьют! Так, я выбираю почетно. Да. Черт. Все, я сдох. Я сдох. Они все на меня уселись, короче. Ой, да как меня убили. Ну, это, в принципе, понятное дело. Они больше всего на Скайуокера будут лезть, потому что он самый силен. Блин, самый сильный, по идее. В пещере какой-то появился. Че ты смеешься? Самый сильный. Ну, видишь, они же не знают, получается, тебе за него играть или нет. Да господи, как не убил? Они убили так... последнего героя. Все кончено. Походу опять профессионалам дали, да? Сыграть. Да. Ну ладно, зато сейчас мы должны затащить. Ты должен сейчас не должен играть за героя. Я буду за Люка играть. Ну я вроде, мне что-то вроде получается играть. Ну мне за Лею получилось, мне прям понравилось. Смотри, как я выгляжу за Люка. Круто. Видишь? Ну давай, иди. Ой, я свалился. Не лезь, но не залезешь, я туда пробовал. Нет, видишь, залез. А, ну да, может я долго залазил, чтобы на меня напали, короче. Короче, смотри, они отсюда полезут, а я такой, знаешь, сверху нападу. Ты видишь, где я стою? Они такие сюда полезут, и я на них. Хе-хей! С такими же звуками. Ой! Фига себе, что там замутил? Тут вообще что-то такое страшное происходит. Мы никогда не сдадимся! Гранату, гранату. Что, будем решить или нет? Мы делаем это. Отлично! Один герой остался. Рэш. Зацепил меня молния, главное у него 0 хп написано. Он меня убивает, герой. Так, я бегу, короче, за героем. У них Боба Фетт остался. Все, ему уже точно не жить. Он на дереве сидит. Вот я его вижу. Я его вижу. Я видел, сейчас на горе такой. Так, вот он летит. Посмотрим, куда он приземлится. Он к вам приземлился. Ну все, ему хана. Что ж ты не попадешь-то никак, а? Отлично! Опа. Я его замочил. И я 15 уровень. Фух, ну что, мы один раз вдули нам, а другой раз мы вдули. Да, и по-жесткому ему вдули. А я что-то вообще на последнем месте как-то. Я 19 человек убил. Ну что ж, друзья, с вами был канал Black Horror и, конечно же, Лорд Вуду. Железное сердце. Всем спасибо за просмотр. Рекорд по убийствам в роли героя, ты видишь? Я посередине. Это я. Ну что ж, друзья, не забывайте ставить лайки и подписываться на канал, конечно же. Да, мне тоже сейчас опыта, походу, много дадут. Да? А я уже 15 ран. А, не, немного. 300 монеток всего лишь. Поздравляю, я так сегодня что-то ничего не поднял. Ну ладно. Не придет как-то. Увидимся в других сериях. Всем удачи, всем пока. Всем спасибо.